это вроде бы ничем не примечательная деревенька под названием Рогожка, расположенная в соседнем Первомайском районе, может по праву гордиться своей славной историей, связанной с великими фамилиями. Дело в том, что в конце 18 столетия эти земли были подарены Павлом I наместнику Пензенскому и Нижегородскому Андрею Вяземскому. А тот, в свою очередь, завещал их своей дочери Екатерине, которая стала супругой знаменитого историка и литератора Николая Карамзина. И в их браке родилось 7 детей. Говорят, что сам Николай Михайлович приезжал в Рогожку в период между 1810 и 1812 годами. Но это только говорят. Между прочим, с 1816 года другом семьи Карамзиных стал Пушкин, а в 30-е годы бывал в их доме почти ежедневно. Что касается Рогожки, то тогда она относилась к обширному ордатовскому уезду и была его глухим углом. И нет ничего удивительного в том, что сын прославленного автора государства российского Александр Николаевич окрестил эти места ордатовской Камчаткой. И вот с этого места поподробнее. Итак, Александр Карамзин, занимавший блестящее положение в петербургском обществе, решил покинуть столицу после роковой дуэли Пушкина и Дантеса. Кстати, он был другом и того, и другого. И мать выделила ему принадлежавшие ей села Большой и Малый Макателемы. Тогда он в 1839 году и расположился в барском доме в соседней Рогожке, названный так из-за ремесла местных жителей, которые драли лыка и делали из него рогожки. Правда, барский дом состоял всего из 2 изб, соединенных сенями. Однако Александр Николаевич не барствовать сюда приехал. Он открыл здесь школу для обучения ребятишек из 3 окрестных сел, построил больницу с родильным отделением и отправил несколько местных девушек учиться в Нижний Новгород. А в 1850 году он женился на Наталье Васильевне Оболенской, фрейлине царского двора. И усадьба сразу начала быстрее обустраиваться. Так как годы тогда выдались засушливыми, и крестьяне голодали, так вот, чтобы занять людей дополнительными заработками, Карамзины решили в своем имении разбить парк. Вдоль парковых дорожек росли розы, а во врагах создали систему с 5 прудов. Посередине самого большого пруда установили деревянную беседку, любимое место отдыха хозяев. Но вот здесь давайте прервемся и порассуждаем. Ведь вот такие усадьбы – это целый мир с его историческими традициями, семейными преданиями, реликвиями, кругом друзей и знакомых. Здесь, в родовом гнезде, происходило открытие и познание родины, природы, русского языка и русского духа. Тот же Вяземский обращал внимание на положительные стороны старого уклада жизни, указывая на необходимость обнародования родовой старины и надеялся, что новое поколение будет бережливее и домостроительнее прежнего. Здесь каждое дерево, каждое растение что-то значило в общей гармонии. Белые стволы берез созвучны тем же белым колоннам и служат устойчивым образом родины. Липы во время весеннего цветения своим благоуханием намекают на райский эфир. Акацию сажали как символ бессмертия души. Для дубов, воспринимаемых как вечность и добродетель, устраивали специальные поляны. Однако счастливая, размеренная жизнь Рогожки не приносила сколь-нибудь ощутимого дохода. И Александр Николаевич подал царю прошение о разрешении строительства чугунно-литейного завода. В его строительстве сильно помог родной брат Андрей Николаевич, который был женат на вдове известного и богатого уральского заводчика Демидова Авроре Карловне. В ее честь и была названа Дубовая аллея в знаменитом парке Аврорина аллея. И вот в 1853 году здесь состоялась первая выплавка металла. А вскоре вокруг завода стали расти поселения, которые Карамзин называл в честь родителей Николаевка, Екатериновка, Карамзиновка. И только Цыгановку назвали в память любимой собаки. А вот самое большое село стали именовать Ташино в честь обожаемой супруги Натальи Васильевны. Сейчас это районный центр Первомайск. После начала войны с Турцией Карамзин вместе с женой и крестьянами ушел в народное ополчение, а по ее окончании в 1871 году он построил в имении больницу для инвалидов той войны и богадельню для престарелых на 30 кроватей. Чуть позже его стараниями здесь откроется приют для детей-сирот и приют для коллег. Так потихоньку хозяйство налаживалось и стало
приносить доход. И тогда в окрестностях имения было построено еще несколько маленьких винокуренных и сахарных заводиков. Но, почувствовав признаки сердечной болезни, 70-летний и бездетный Карамзин решил возложить продолжение своих дел на племянницу Елену Петровну Клейхмихель, урожденную княгиню Мещерскую, внучку великого историка. Через год Карамзин умирает, но поскольку наследница жила в Крыму, попечительством Дрогожко берет на себя его жена. Повседневное же управление комплексом заводов и больницы в течение 20 лет осуществляла Варвара Петровна Щербакова. В начале 20 века по инициативе главврача больницы Аркадия Куняева и на средства Щербаковой в Дрогожке построили полноценный роддом. Аркадий Николаевич, врач-хирург, пользовавшийся громадной популярностью среди народных масс, окончивший золотой медалью Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию, никто иной, как дед известного русского и советского писателя, главного редактора журнала «Наш современник» Станислава Куняева. Сам писатель в 90-е годы два раза приезжал к нам в Саров и тогда же навещал родину своего предка – Рогожку. Кстати, в соседях у Карамзиных жили помещики Ильинские, один из сыновей которых, Игорь, впоследствии стал знаменитым артистом. А больница пережила революцию и дальше продолжала служить людям все советское время. Но при так называемой перестройке с 90-х годов прошлого века она оказалась никому не нужной. И теперь это частная территория. И еще. Только в 2001 году стараниями местных краеведов состоялся перенос и перезахоронение останков Александра Николаевича и Натальи Васильевны из оскверненного алтаря бывшей больничной церкви. Ведь на месте алтаря сначала устроили избу-читальню, а потом машино-тракторную станцию. А так как благотворители Карамзины жили небогато, все людям отдавали. В склепе нашли только два золотых кольца и шпагу с позолоченным эфестом. Тогда грабители, видимо, со злости, разбросали кости покойников, и череп Карамзина забрал школьный учитель анатомии в качестве наглядного пособия. Так неужели ошибались Пушкин и Вяземский насчет воспитательного эффекта дворянских усадеб? Нет, не ошибались. Это я могу ошибаться, поскольку у меня насчет этого есть своя, вот такая теория. Окружающая среда только в третью очередь влияет на формирование личности человека. Определяющим фактором тут является влияние предков. Как емко сказал поэт Фирсов, в моей крови гудит набат веков. Да, в крови. Во вторую очередь, непосредственное влияние родителей. По пословице, яблоко от яблони недалеко падает. Но главная беда состоит в том, что в России постоянно рвутся кровно связующие межпоколенческие нити. Вот посудите сами, на протяжении только одного 20 века эти нити разрывались не менее 20 раз. Обратите внимание на одну деталь. Излюбленным приемом сценаристов многих мыльных мелодрам является сюжет, когда главный герой влипает в какие-нибудь передряги или в аварию, и у него напрочь отшибает память. Согласитесь, если человек не помнит своего имени и своего родства, не помнит отца и матери, жены и детей, он не может считаться полноценной личностью. Это трагедия. Восстановят ли былую красоту той усадьбы под нынешним модным лозунгом создания комфортной городской среды? Поживем, увидим. Кстати, вот еще одна причина, почему вокруг столько запустения. Именно Карамзину-старшему принадлежит знаменитый ответ на вопрос русских эмигрантов. Скажите, хотя бы в двух словах, как там в России? Но Карамзину хватило и одного слова. Воруют. Скажите мне, что изменилось за два столетия? Но напоследок я скажу, что все же одной бедой у нас стало меньше. С вводом в строй новой дороги на Глухово этот уголок России перестал быть ордатовской Камчаткой и стал нам намного ближе.